субботу в Самарской области облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем -1, +1 градус, ночью 0, -1. Ветер преимущественно южного направления, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, к вечеру возможен снег, днем 0 градусов и ночью 0, южный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти облачно, днем 0, ночью также нулевая температура, ветер южного направления 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, без осадков, днем 0 градусов, ночью 1 ниже 0, ветер южный 5 метров в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 82%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.